Добрый день! Хочу сегодня поднять очень важную тему. Это наши руки, женские руки. Они подвергаются очень агрессивному воздействию, и на них страдает кожа. Поэтому они выдают наш возраст. Чаще наши руки выглядят гораздо старше, чем даже биологический возраст. С чем это связано? Во-первых, мы постоянно моем руки и обрабатываем их антисептическими растворами. Они часто спиртовые, что повреждает кожный барьер, иссушивает ее, нарушается гидрорезерв кожи. И кожа очень быстро стареет, начинают проявляться венки, появляются пигментные пятна. Но я думаю, что не надо мне рассказывать об этих всех ужасах, я лучше вам расскажу, как от этого избавиться. Начнем с поверхностных структур. Во-первых, для того, чтобы улучшить саму структуру кожи, уплотнить ее, возможно проведение лазерной шлифовки. Но перед этим обязательно кожу нужно подготовить при помощи биоревитализации. Тогда эффект от лазерной шлифовки будет гораздо лучше. Второе – это микроигольчатый РФ. Потрясающий метод, который позволяет также кожу уплотнить и сделать ее более моложавой. Третий метод – это IPL-терапия или лечение широкополосным светом, фототерапия. Это все синонимы, которые я произношу, позволяют нам выровнять цветность кожи, убрать пигментные пятна, сосудистые образования. Сосудов обычно на костях меньше, а вот пигмент мы замечаем очень часто. Так вот, при помощи IPL-терапии или фототерапии мы можем избавить вас от пигментных пятен на руках. Возможно, потребуется не одна, а две или три процедуры. Это то, что касается поверхностных структур. Очень часто мы замечаем, что происходит так называемая скелетизация, и мы замечаем на кистях активное проявление вен, недостаточность подкожно-жировой клетчатки. Для этого существует два метода. Первое – это липофилинг, то есть введение собственного жира в кисти. Это дает долгосрочный эффект, но чаще мы эту процедуру совмещаем с каким-либо оперативным хирургическим вмешательством. К нам приходят пациенты, допустим, делать эндопротезирование молочных желез, подтяжку лица, блефаропластику. И параллельно с этим, как бонус, у них получается прекрасная процедура, и мы делаем липофилинг в области кистей. Очень красиво и надолго. Второй метод – это введение гиалуроновой кислоты, филлеров под кожу. Мы заполняем объем и восстанавливаем такой моложавый вид на кистях. В принципе, это все. И биоревитализация, и плазмотерапия, как поддерживающие процедуры, которые помогают нашей коже очень быстро восстанавливаться после агрессивного воздействия. Берегите свои руки, они показатель вашего возраста.